Бесплатное доброженное. Вы потратили 3 карты и получили доброженное. Ура! Ура, 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 ура. Но теперь никто не убьет меня. Я очень проиграл. Да-да-да. Что за говно вообще? Почему? А-а-а! Кто так делает вообще? Окей, вернемся к нашей штуке. А, чего? Они меня сталкивают, серьезно? Жесть, классная тень. Опа. Привет, Андайн. Я здесь с моим ежедневным отчетом относительно того человека, из-за которого я вызвал тебя. Сражался ли я с ним? Да, конечно, я сражался. Я сражался с ним доблестно. Схватил ли я его? Ну, нет. Я сильно старался, Андайн, но в конце я потерпел крах. Что? Ты собираешься забрать человеческую душу сама? Ну, Андайн, тебе не нужно уничтожать его. Видишь ли? Видишь ли? Я понимаю. Я помогу тебе всем, чем смогу. Понятно, импостер. Братан. Ред усатый, я выигрываю жестко. Че ты пришел? Йоу, ты видел, как она на тебя смотрела? Это было круто. Я так завидую, что ты такого сделал, чтобы заполучить ее внимание. Ха. Погнали, посмотрим, как она побьет плохих ребят. Он не знает, да? Возможно, настоящие плохие ребята — это я. Когда 4 мостовых семени лягут в ряд, они расцветут. Легче легкого, окей. Мостовое семя. Он спалил инвентарь. Арон подходит, играя мышцами. Оценить. У этого морского коня много лошадиных сил. Его атаки сложнее избегать в нижней части боевого окна. Проверяй все, что хочешь. Окей, окей. Рон играет очень сильно, он доигрался и вылетел из комнаты. Вы победили. Так, стоп, я могу это прочитать, наверное. Или не могу, пофиг. Если допущена ошибка, колокол цветения может создавать мостовые семена обратно. Окей, это головоломка, которую можно заруинить, я понял. Я все понял. Вошуа подходит, шаркая ногами. Помыть, коснуться, пошутить. Этот скромный мизофоб стремится очистить весь мир. Скряби даб-дабс. О! Жесть, мыло. Братан, ты, кажется, уронил мыло! Помыть? Стоп, нет, надо было коснуться, я дурак. Зеленый значит чисто. У меня одно хп. Мы поговорим потом. Не поднимай мыло. Что-то я решительно не понимаю пока что сути дела. Погодите, а в чем прикол, если оно не смывается? Они должны встать 4 в ряд?
Они должны встать 4 в ряд. Ты можешь есть снег и доброженное. Да я не хочу есть, чуваки, спасибо, я не голоден. Предаст, здорово. Здорово. Поздравляем, вы провалили головоломку. А я могу, погодите, я могу. Я же могу? Я могу. Я могу. Звонок. Привет, это Папирус. Как я раздобыл этот номер? Это было легко. Я просто звонил всем подряд, пока не попал на тебя. Так, что на тебя надето? Я спрашиваю для друга. Она считает, что мерзкий бинт. Это так, на тебе мерзкий бинт? Что вы скажете? Да. Значит, на тебе мерзкий бинт. Понял. Подмигнул. Хорошо, хорошего тебе дня. Щелчок. Комната желаний. Давным-давно монстры шептали свои мечты звездам в небе. Если ты верил в мечту всем своим сердцем, твои желания исполнялись. Легендарный Рекфорд? Я тоже узнал, кстати, это место с легендарного Рекфорда. Погодите. Придумал? Чего ты написал полную хуйню, енотик? Кидай их наверх с выступа, блядь. Сколько тут выступов, а? Сколько тут выступов? Раз выступ, два выступ, три выступ. Пошел нахуй, енотик. Понял? Енотик, пошел нахуй. Забань енотика. Я не просил девайсов. Надо вот обязательно прийти и насрать мне сюда в лицо прям. О, да, давай, давай. Я проходил Undertale на все концовки матри. Я обязан подсказывать им. Понятно тебе, бля. Я енотик нахер. Понял? Ты на того напал. Блин, это, знаете, моя честная реакция на сегодняшний стрим просто. Теперь все, что у нас осталось, это эти светящиеся камни на что-то там. Тысячи монстров, мечтающих вместе, не могут ошибаться, король это докажет. Вошуа подходит, шаркая ногами. А, блин, это мыльный чел опять. Помой фейс. Почему они дамажат меня по 5 хп? Это невозможно. Коснуться. Ваше прикосновение вызывает у него отвращение. Гадость. Ну это бесчеловечно! Это все я читал. Телескоп. Мыльный чел. О нет, это не мыльный чел. Это мои братаны. Кажется, мой гороскоп такой же, как и на прошлой неделе. Ха-ха, бывает. Стены испещрены древними письменами. Вы можете разобрать только следующий текст. Война людей и монстров. Почему люди напали? Ведь им нечего было бояться. Люди невероятно сильны. Мощь души всего одного человека равна по мощи душам почти всех монстров. Но у людей есть одна слабость. По иронии судьбы, это сила их души. Эта сила позволяет душе существовать вне человеческого тела даже после смерти. Если монстр победит человека, то он может забрать его душу. Монстр с человеческой душой — ужасное чудовище с неподдержимой мощью.
Это изображение странного создания, от этого рисунка как-то не по себе. Ой, чего происходит? Допустим. Йоу. Братан! Чё началось? В этой игре нет спринта, как мне быть? Ха-ха, трава. Это женщина? Это незаметно. Ты уже прошел больше половины, закругляемся? Ха-ха-ха! Это смешно. ДФ, это на улице или в игре? Почему я встал? А, понятно. Поверить не могу! Undyne только что тронула меня! Я больше никогда не буду мыть свое лицо. Вот же тебе не повезло. Стой бы ты хоть чуточку левее. Ой, не волнуйся, я уверен, мы увидим ее снова. Понимаешь, что однажды мышь найдет способ извлечь 400 инстаманного кристалла? Вы наполняетесь решимостью. О, мышь, здорово, я тебя помню, погоди. Кайфует, там сидит. Наименее фанатичный зритель погода, а? Об открытии телескопного бизнеса обычно требую 50 тысяч М за использование этого премиум телескопа, но поскольку мы с тобой знакомы, это бесплатно. Чё скажешь? Посмотреть телескоп? Да. А почему здесь ничего нет? Кажется, у меня что-то с глазом. Тебе не понравилось? Не волнуйся, я верну тебе деньги. Что? Это странно выглядящий телескоп. Что такое звезда? Можешь ли ты ее потрогать? Можешь ли ты ее съесть? Можешь ли ты ее убить? Ты звезда? Я звезда, да, у меня 2000 зрителей. Жесть, вот это здесь какая-то банька, я не знаю. Я должен купить у тебя по-любому что-нибудь. Поверх древних символов кто-то написал список из 21 вкуса. Перенес свой магазин, но тут до сих пор нет посетителей. К счастью, я придумал решение. Ударные карты. Каждый раз, когда покупаешь доброженное, ты можешь взять карту из сундука. Если соберешь 3 карты, то сможешь обменять их на бесплатное доброженное. Они точно заманят покупателей обратно. Доброженное? Я люблю. Супер, держи, твоя карта в коробке. Конечно, он не обманет меня. Эй, у тебя 3 ударные карты! Как насчет того, чтобы обменять их на доброженное? Бесплатное доброженное. Вы потратили 3 карты и получили доброженное. Ура! Ура, 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 ура. Но теперь никто не убьет меня. У меня 100 тысяч доброженного. Уточка. Прикольная локация. Твоя мама? Реалистично.
Звонок. I'm giving you a night call to tell you how I feel. Я знал, что ты уже в курсе, раз уж ты знал об этом, я сказал ей, что ты сказал мне, что ты носишь мерзкий бинт. Потому что я знал, конечно же, что после такого слишком странного вопроса ты мог просто надеть другую одежду. Ты просто умница-разумница. Таким образом, ты в безопасности, а я никому не наврал, и я никого не предал. Быть друзьями со всеми — это так легко. Да уж... Вы слышите часть разговора, не говори так. Давай, обещаю, что не буду смеяться. Окей. Сила, способная забрать их души. Сила, которую страшатся люди. Так, так. Там будет... Что? Эй, там, смотрю, ты проходишь здесь. Я Onion Sun. Слышишь? Так. Ты в водопадье. Здесь круто. Тебе здесь нравится? Да, мне тоже. Это мое любимое место. Даже несмотря на то, что здесь становится все мельче, и я уже сижу на самом дне, но... Эй, все хорошо, это лучше, чем переезжать в город и жить в переполненном аквариуме, как сделали все мои друзья. И аквариум все равно переполнен, так что даже если бы мне захотелось, я... Хотя это нормально, слышишь? Undyne все исправит, слышишь? Я уплыву отсюда и заживу в океане, слышишь? Да, удачи, братан. Там, это, конец комнаты, еще увидимся, развлекайся. В водопаде. Угу. Смурена прячется в углу, но все равно как-то сталкивается с вами. Нет музыкального слуха, стыдится петь свою смертельную песню. Хм. Атака 19 значит, что у меня... Смурена хочет спеть в караоке одна. Руководить. Теперь вы уязвимы к электрическим атакам. Улыбнуться. Вы улыбаетесь. Вы просите Смурену улыбнуться тоже. Смурена затихла. В углу Араон одобрительно кивает головой. Напевать. Вы напеваете клевую мелодию. Смурена подпевает вам. Сире... Сире... Семи-семи. Ой-ой-ой-ой-ой! Кажется, Смурене гораздо легче петь в компании. Ой, все. До свидания. Вы победили. 8 лет музыкалки. Kinda true. Северная комната скрывает великое сокровище. Понятно. А это? И этой силе нет равных. Конечно, человек не может забрать душу монстра, ведь когда монстр погибает, его душа исчезает. Потребуется невероятная сила, чтобы забрать душу живого монстра. Есть только одно исключение — душа особого вида монстров, называемого монстр-босс. Душа монстр-боссов достаточно сильна, чтобы существовать после смерти лишь только несколько мгновений. Человек может поглотить такую душу, но этого никогда не случалось и никогда не случится впредь. Пипо впредь. Хм, пойду-ка я за сокровищем. Пианино? Здесь стоит пианино. Сыграть? И? Это статуя. У ее основания кажется сухо. Пожалуйста, возьмите зонт. Взять зонт? Взять. Окей.
Йо, ты раздобыл зонт, классно. Пошли. И он идет не под зонтом. Ой, я так... Неплохо. Все, я улетел, пока. Блин, Андайн такая крутая. Она колорит плохих ребят и никогда не проигрывает. Будь я человеком, я бы писался каждую ночь. Знаешь, что она собирается поколотить меня. О, однажды нам дали школьный проект, где мы должны были позаботиться о цветке. Король, мы должны обращаться к нему. Мистер Дримур пожертвовал свои общественные цветы. Он пришел в школу и рассказывал нашему классу об ответственности и всем таком, что заставило меня задуматься. Как было бы круто, если бы Андайн пришла в школу, она могла бы побить всех учителей. Возможно, она не стала бы бить учителей. Она слишком крута, чтобы бить невиновных. Или не... Я не... Ого. Ничего себе, красиво. Поставь 1000 минималку, да мне лень. Забейте. А? Вернуть зонт. Этот выступ слишком высокий. Хе-хе. Ты хочешь увидеть Undyne, да? Взберись на мои плечи. Нифига себе. Я кину его здесь? Или я заберу его? Продолжай идти вперед. Не волнуйся на мой счет. Я всегда найду, где можно пройти. Окей. Люди, напуганные нашей силой, объявили нам войну. Атака их была внезапной и беспощадной. Что-нибудь только Undertale? Да. Это побоище с натяжкой можно было называть войной. Объединившись, люди стали невероятно сильны, в то время как мы слишком слабы. Ни одна душа не была поглощена, и почти все монстры были обращены в прах. Ага. Так. Ты опять выходишь на связь. Нет. Я не уверен, что я иду правильно, если честно. Оно убьет меня. Это тоже тупик. Как быть? Я проиграю. Тупик. Я проиграл. Я очень проиграл. Да-да-да. Что за говно вообще? Почему? До конца пройти сегодня собер... Выхода нет.
Когда обед, я не знаю, возможно, сегодня не будет. Упс. Вроде звук раздался отсюда. Раздавался. О нет, сюда кто-то упал. Ты в порядке? Вот так, вставай. Гнег, да? Какое хорошее имя. А меня зовут... Куча мусора, вы узнаете несколько торговых марок. Похоже, водопад течет с потолка этой пещеры. Иногда какой-нибудь мусор проплывает по нему и падает в бездонную пропасть. Наблюдая за этим бесконечным потоком бесполезного хлама, вы наполняетесь решимостью. Базовое прохождение в среднем 6,5 часов. Знаете, что я думаю, нам нужен обед в таком случае? Вы опустили свою руку на ржавый велосипед, а возно крепит в отчаянии. Разбитый настольный компьютер, пуст внутри. Это мини-холодильник, у него нет бренда и выглядит он нетронутым. Внутри пара замороженных тюбиков еды астронавта. Взять один? Конечно. Мы берем еду со свалки, это мое хобби. Коробка от диска с аниме. Края покрыты отчаянными царапинами от когтей. Это выглядит как обычный тренировочный манекен. Хочешь его побить? Нет. Что? Ха-ха-ха! Слишком запуган, чтобы сразиться со мной, да? Я призрак, живущий внутри манекена. Мой родственник тоже жил внутри манекена. Пока не пришел ты! Когда ты заговорил с ним, он думал, что это будет приятный разговор. Но то, что он от тебя услышал, ужасно, шокирующе, невероятно. Это выпугнуло его из манекена, человек. Я выпугну твою душу из твоего тела. Ага. Печально, печально, печально. Печально. О, вы пустоголовые. Смотрите, куда стреляете своей магической атакой. Эй, забудь все, что я говорил о магии. Вы говорите с манекеном, кажется, он не расположен к разговору, никому от этого не лучше. Разгромлю тебя и заберу. Ну да, надо дамажить его, все легко. Вы говорите с манекеном, кажется, он не расположен к разговору. Никому от этого не лучше. Ай. Манекен пристально смотрит в зеркало, затем поворачивается к вам с тем же выражением лица. Ого! Ого! Так, в следующем шаге надо кушать еду. Пипа доброженная. Потом все, что я захочу, будет моим. Срака. Безумный манекен накидал ваты вокруг диалогового окна. Что? Что? Да я не умею читать. Блин, он в углу теперь тусит, это сложнее. Как там его зовут? Плевать, плевать, плевать. Ё-моё. Я сейчас опять умру, погодите, мне надо есть еду.
Люби себя, я люблю тебя. Вы восстановили 15 ОЗ. Глупый, глупый, глупый. Грубовато было сейчас. Блин, он не дамажится. Тщетно, тщетно, тщетно. Хила, хила, хила. Чил. Я же не буду заниматься этим весь день, верно? Почему они не летят в него? Это неиграбельно. Эй, ребят! Чучело, 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 помните, как я говорил, не стрелять в меня. Что ж, отбросы, вы все уволены, вас всех заменят. Ага, теперь ты узришь мою истинную мощь. Полагайся на монстров, которые не никчемный мусор. Механический шум заполняет комнату. Робо-манекены, магический залп. Нифига! Но это не доджится просто. Доброженное еще одно. Блин, не смог. Ой, он вернул старых. Алло, что? Это ненормально, чуваки. Это ненормально! Невозможно. Эти ребята даже хуже предыдущих. Плевать, 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 плевать. Мне не нужны друзья. ВТФ, чел, убери нож. Чел! У меня кончились ножи. Но это не имеет значения, ты не можешь ранить меня. И я не могу ранить тебя. Ты будешь сражаться со мной вечность. Вечность, вечность. Ха-ха-ха! Такой, ну, безумный смех, поняли, да? Что это еще такое? Кислотный дождь? Ой, ну тебя, с меня хватит. Прости, я прервал вас, не так ли? Как только я прилетел, твой друг тут же ушел. О нет, вы вроде как веселились. О нет, я просто хотел поздороваться. О нет. Ну, теперь я пойду домой. Ой, заходи как-нибудь, если захочешь. Но я не настаиваю. Я пойму, если ты занят. Все в порядке. Не волнуйся. Просто захотелось предложить. Сейф, 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 сейф. Пожалуйста, пожалуйста, На случай, если захочешь взглянуть в мой дом здесь, или на случай, если не захочешь. В гости? Ты правда пришел, прости, я не ожидал этого. Тут пустовато, но чувствую себя как дома. Неплохо, приятного, спасибо. Что, хомячишь? Яблоки. Да, я действительно голоден. Все правильно, мистер Призрак. Это призрачный бутерброд. Хочешь его попробовать? Вы проходите сквозь него. Ох, забудь об этом. Окей. Следуй моим указаниям.
Вот мы и начали. Тебе нужно лежать так долго, сколько можешь не двигаться. Кайф. Подвигаешься только если захочешь встать, я полагаю. Идеальный геймплей. Неплохо. И все? А я не могу подвигаться? А, нет, могу. Окей. Что ж, это было здорово. Благодарю тебя. О, это мой телевизор. Там крутят шоу, что я смотрю временами. Блин. На компьютере открыт браузер со вкладкой «Форма обмена музыкой». На компьютере... Так, это я читал. Паутина. В ней флаер на распродажу выпечки. Продолжу-ка я работать над миксом. То есть я ухожу? Ладно. Ты можешь играть с парам контролом и шифтом вместо X и... C? Да не, это будет супер сложно, мне кажется. Буквально сапин. Ой, уточка, погоди. Эта маленькая птичка хочет перенести вас. Принять предложение птицы? Нет, она перенесет меня назад, и мне придется проходить заново все. Зачем? Нифига, в рыба. Что? 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 Такова жизнь. Ладно. Не похоже, чтобы кто-то был дома. Закрыто. Это улитка. По какой-то причине. Вам интересно, какова она на вкус? Улитка, улитка. Тебе предстоит долгий путь. Улитка, улитка. Далеко к горизонтам ускользнуть. Улитка, улитка. Ваш наиулиточнейший. Тут есть призрак. Давно настало время обзавестись вторым домом. Эта улитка подсчитывает долларовые банкноты. Привки. Неловко, я сейчас работаю, то есть... Добро пожаловать на семейную улиточную ферму Блуков. Ага, я единственный работник. Раньше здесь было много работы, но однажды наш главный клиент пропал. Теперь только какой-то волосатый чувак приходит раз в месяц. Окей. Улиточные гонки? Хочешь поиграть в игру? Она называется Улит Кросс. Улитки будут участвовать в гонке, и если желтая улитка победит, то ты выиграл. 10 м, чтобы сыграть. Сыграть. Нажимай Z повторно, чтобы ободрить свою улитку. Начнем. Ух, я сейчас нажму, чел. Что-то она не ободряется. Я нажимаю недостаточно. Гонка окончена. О, похоже, ты ободрял свою улитку слишком сильно. Все это давление, чтобы победить, окончательно достало ее. Даже призракам нужны только мои деньги. Мы уходим. Отстой. Ну, здравствуй, у меня есть интересный хлам на продажу. Опа. Ты-то мне и нужен, или нет? Плюс 5 защита. Я правильно понимаю, что 5 защиты значит, что
каждый урон на 5 защиты будет дамажить меня на 0. И типа на 6 на 1, например, да? Плюс 5 хп, наверное. Нет, тут написано 5 защиты. Нет, да, неуязвимость дольше, хз. Очень понятно, вы ничего не знаете. Рваная тетрадь. Лечит 10 ОЗ, скорость боя повышается. Лечит 18 ОЗ. Выглядит как краб. Ну, это выгоднее. Пурюм! Будь осторожнее там, дитя. Без подсказок. Спросил чат, все, враг номер один. Я понял. Гнега. А почему я уровень один? Я что, типа, ничего не сделал крутого? Так, кусочек снеговика, мутные очки. Вы экипировали очки. Ладно. Севера из величайших чародеев запечатали нас под землей с помощью заклинания. Все, что угодно может пройти через печать, но только сильные душой могут уйти. Так, есть лишь один способ обратить это заклинание. Есть огромная сила, равная 7 человеческим душам. Атакует барьер, он будет уничтожен. Погодите. Я атакую барьер своего желудка, используя 7 яблок. Но это проклятое место не имеет входа или выхода, нет пути. Откуда человек смог бы прийти? Мы будем заключены здесь внизу навсегда. Нет пути. Грибочек. Особый противник теми появляется, чтобы одолеть вас. Обсудить хлопья. Любит гладить милых людей, но у вас на нее аллергия. ОМГ, люди очми. Мим! Тэмми забыла другую свою атаку. Обсудить хлопья! Прив, я Тэмми! Ё-моё. Тэмми забыла другую свою атаку. Покормить? Тэмми хочет только хлопья Тэмми. Тихо. Привет, бананчик. Нет, мускулы, это не мило. Я должен не согласиться. Нет, мы остались наедине. ВТФ. Ты с продуктами здороваешься перед едой? Не уверен. Надеюсь, у меня еще много доброженного. Давай, заходи. Вода, класс. Вода. Сода. Какой же я геймер, я ем яблоко и играю. Ты можешь позвонить кому-то по телефону? Я знаю, но я не хочу. Чтобы добраться до дома, не имея свечей и магии, монстры использовали кристаллы. Кажется, я их выключил только что. Я почти доел. Мне осталось всего одно яблоко и банан. Позади тебя.
Семь человеческих душ. Всего семи человеческих душ наш король, король Асгорд, Римур, станет богом. С этой силой Асгорд наконец разрушит барьер. Он наконец заберет обратно поверхность у человечества и оплатит нам за боль и страдания, что мы пережили. Микаш, человек, это твой единственный шанс на искупление. Отдай свою душу, или я вырву ее из твоего тела. Андайн, я помогу тебе сражаться. Йоу, у тебя вышло. Андайн прямо перед тобой. Ты прямо в первом ряду на ее битве. Погодите. А с кем она сражается? Эй. Ты же не расскажешь моим родителям об этом, да? Так, тихо, в кусты, в кусты, в кусты, в кусты, в кусты, в кусты, в кусты. Пустите меня! Оно не пускает меня в кусты. Однажды я хочу залезть на гору, под которой мы погребены. Стоять под небом, смотреть на мир вокруг. Таково мое желание. Вы слышите смех? Хм, а как же обещание не смеяться? Как же они хотят наверх? Интересненько. Сейчас придет что-то плохое, типа мост обвалится под ним, и он умрет. Просто скриньте. Это прям идеальная сцена для трагического события. Никогда не спрашивал кого-либо об этом. Ты же человек, да? Блин, я так и знал. В смысле, теперь я это знаю. Я имею в виду... Андайн сказала мне, держись подальше от этого человека. Так что, полагаю, это делает нас врагами или типа того, но я, кажется, типа привык к тебе, ха-ха. Скажешь что-нибудь обидное, чтобы я мог тебя ненавидеть? Пожалуйста. Нет. Что? То есть я должен это сделать? Была, не была, я тебя ненавижу. Блин, я такой придурок, я, пожалуй, пойду домой. Я же говорил. Помоги, я споткнулся. Жесть. Он за меня вступится? No way. Чего? А я ушла. Тогда мы просто станем друзьями. Мне вправду нужно домой. Ставлю на то, что мои родители сильно беспокоятся обо мне. До встречи, чувак. Пипо, чувак. Монка, котики. Семь, да, я уже слышал. Семь человеческих душ, да. Король Азлагор, император Ферамир, я знаю. Этот мир преобразуется, однако сначала в дань уважения тем, кто дал нам возможность зайти так далеко, я должна рассказать тебе трагическую историю нашего народа. Все это началось давным-давно. Нет, знаешь что? К черту все! Почему я должна рассказывать тебе эту историю, если ты скоро умрешь? Сальтуху сделай, когда прыгать будешь. Ты стоишь на пути всеобщих надежд и мечтаний из-за книг Альфис по истории. Я уж подумала, что люди крутые.
с этими громадными роботами и цветочными воительницами. Но ты! Ты просто трус! Спрятался за этим монстренком, чтобы снова от меня убежать. И не будем забывать об этом сопливом такой пайн-катрюке. Сори, у меня просто полный рот яблок, сложно говорить. Я приношу пользу, обнимаю всех подряд. О, знаешь, что принесло бы настоящую пользу? Твоя смерть! Я чувствую, как прямо сейчас сердца всех монстров бьются в унисон. Каждый из них ждал этого момента всю свою жизнь, и мы совсем не нервничаем. Мы сейчас соединить силу всех людей, проиграть нельзя. Итак, человек, покончим с этим здесь и сейчас. Я покажу тебе, насколько монстры могут быть решительными. Шагни вперед, когда ты будешь готов. Фух. Блин, погоди, я не готов. Погодите, она подождет еще четверть яблока. Ну это важно. Я быстро. Еще немного. Ну все. Ну давай. Защищайся. Что же зеленое сердечко? Атака 50? Что это значит? Пока ты зеленый, ты не можешь убежать. Если ты не научишься встречать опасность лицом к лицу, ты не выстоишь против меня и секунды. Что? Умолять? Вы говорите, Андайн, что не хотите сражаться, но ничего не происходит. Окей, я понял. Пахнет суши. Умолять. Тогда как насчет этого? Хорошо. Умолять. Мы много лет мечтали о счастливой концовке. Как же я хорош. Наконец, солнечный свет оказался в пределах нашей досягаемости. Это весело? Это лучший босс пока что, если честно. Потому что у меня получается отражать атаки. Я не позволю тебе отнять его у нас. Ну вот я накаркал! Пам-пам-парам-пам-пам. Кто так делает вообще? Ты силен. Жесть, ну кстати, фаза сменилась, значит что-то происходит. Значит, я не просто так сосу здесь. Если честно, убить тебя сейчас — это акт милосердия. Чего? Яблочко? Окей. Опаньки. Опаньки, до свидос. Погоди, погоди. Чего? Это как-то было сейчас несправедливо. Пользоваться мышкой и клавиатурой. Тихо, 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 все тихо. Опа! Пока.
Дай куда так? Это мерзко. Ты убежал от меня в последний раз. Да, точно так же, как в прошлый. Ничего не происходит. Альфиса говорила мне, что люди решительные. Стоп, мы будем каждый раз чекать, могу ли я убежать. Я предполагаю, что я могу убежать в момент, когда сердце становится красным. Мышь. Просто мне нечего сказать по этому поводу. Так, надо что-то съесть срочно. Яблоко. Так, отмена. Я все еще зеленый. Прямо сейчас! Это ненормальная скорость. Ну дай уже красный режим, ну сколько можно? Сдохни уже, мелкое отродье? Нет, не сегодня. Они врут! О! No way! Звонок! Какой звонок? Ты рофлишь! Привет, чем занимаешься? Просто подумал, ты, я и Undyne должны как-нибудь вместе потусить. Я думаю, вы с ней стали бы лучшими друзьями. Давай встретимся у нее дома позже. Меня поймали из-за него! У меня не осталось еды. Окей, я завязал бинт. Я чувствую себя некомфортно в этом замкнутом пространстве. А я могу бежать сразу! Кулер с водой? Я не могу двигаться. Броня такая горячая, но я не могу сдаться. Пусть мост провалится. О! Ха-ха! Кулер с водой. Взять стаканчик воды. Да. Вы взяли стаканчик воды. Избавиться от воды? Нет. Вода испарилась от жары. Стаканчик тоже испарился.